13 по 17 марта учащиеся школ города Химки и северных районов Москвы посетили образовательную выставку, в которой приняли участие различные университеты, в том числе МФЮА и МАСИ. Выставка проходила на арене Химки. Будущие абитуриенты замечательно провели время, совершенно бесплатно поиграли в PlayStation, протестировали очки виртуальной реальности, попробовали порисовать 3D-ручкой, прошли серию мастер-классов и, конечно же, познакомились с приемными комиссиями университетов, что в будущем поможет им сделать правильный выбор. Ребята даже попробовали себя в качестве журналистов. Здравствуйте, в эфире МФЮА ТВ. И сегодня в программе 9 марта специалисты управления Росреестра по Московской области провели для студентов юристов второго курса университета МФЮА открытый диалог по основам законодательства в сфере земли и недвижимости. Студенты активно обсуждали решение задач, задавали вопросы, что помогло им получить много полезной информации. 10 марта Московский финансово-юридический университет стал обладателем нового учебного лабораторного корпуса в районе Восточного административного округа. Здание на открытом шоссе станет современным учебно-лабораторным корпусом с детским технопарком, предназначенным для студентов среднего профессионального и высшего образования. На этом все. 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 С вами была Гира Маслова. До встречи!